За плечами Ивана Георгиевича Терехова долгая, насыщенная событиями жизнь. Он родился в далеком 1928 году. Пережил Великую Отечественную войну, трудился в тылу. В послевоенные годы, как все, не жалея себя, восстанавливал страну. Делал все, что было в его силах. Путь избрал сложный, работал на стройке, но решил поменять профессию и стать милиционером. Долгие годы стоял на страже правопорядка. Пришел к начальнику механизации, говорю, подпиши мне характеристику, я хочу уехать туда-туда. Что? Не хочешь быть инженером, хочешь быть милиционером? Иди подумай. На другой день я пошел опять к замначальника. Вот так и так. Что, учиться, да? Подписал. И сразу поехали мы двое с ним в Свердловск. Подполковник милиции в отставке Иван Георгиевич Терехов вспоминает, что начинал службу в милиции обычным участковым инспектором Свердловска 44. Однако в этой должности прослужил недолго. Шли годы, менялись и подразделения службы. Затем в УБХСС. Работал в УБХСС. А там сколько долго прослужили? А я там долго служил. В Свердловск уехали, я служил в войсках КГБ. По традиции, с юбилеем Ивана Терехова поздравляли в УВД Новоуральска, в котором он и служил большую часть своей жизни. В адрес юбиляра звучали поздравления, в частности, от имени главы округа Александра Баранова, председателя Совета ветеранов, начальника полиции. Пришла и поздравительная телеграмма от президента Владимира Путина. 90-летний юбиляр сегодня счастлив в семье. С супругой Лидией Васильевной они вместе уже 63 года. Вот я сколько помню Ивана Георгиевича, вот они всегда вместе. Да. Хоть на улице, хоть у нас на мероприятиях. Всегда но вместе. Вот это вот, это очень здорово. Это радует. И есть нам с кого брать пример. Можно подражать. Сейчас вот мало таких взаимоотношений и прочего. Вот с вас можно, ну, книгу писать, все что угодно. Я вам желаю просто огромного счастья, семейного, человеческого, ну и самое главное, здоровья. Спасибо вам, что вы у нас есть. Мы вас любим, гордимся вами. Еще раз вас с днем рождения. От имени Александра Борисовича Баранова, которой сегодня была зачитана открытка, от депутатов Думы Новоуральского городского округа, хотелось бы вас поблагодарить за ту работу, за ваш пройденный трудовой жизненный путь. Дай Бог вам крепкого здоровья. Сегодня Иван Георгиевич в почтенном возрасте, но весьма бодр. К примеру, до сих пор занимается работами в саду. Говорит, в этом и есть секрет его долголетия. 40 с лишним лет в саду работаю. Поэтому считаю, что сад меня выручил. Помогает жизни. Да, жизни помогает. Подполковник милиции в отставке Иван Георгиевич Терехов сделал много хорошего в жизни. Достойно нес службу, воспитал детей и внуков. Награжден медалями за безупречную службу 3 степеней. Ветеран труда. Нагрудным знаком отличник милиции. Долгих лет жизни и внимания близких Иван Георгиевич. Анна Акрамова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.